Всем привет, дорогие друзья, с вами Механик. Сегодня новенькая серия арабского дрифта с полицейской погоней сразу. Итак, для того, чтобы завершить нашу серию вот этих жестких навалов, продолжить серию, нам нужна новая машина. И я думаю, что сегодня мы должны взять что-то действительно очень крутое. Вот что-то прям такое сногсшибательное, потому что у нас был Maybach и у нас был Lexus. Нам нужно еще больше лакшери. Может быть, Cadillac? Не знаю, такое себе. Я хотел вообще гелик, но я не знаю, есть он тут или нет. Давайте посмотрим. Потому что, мне кажется, гелик в эту линейку тачек отлично впишется. Но прежде чем мы найдем гелик, проверка на реакцию. Успеешь ли ты подписаться на мой канал за 3 секунды? 1, 2, 3. Успел? Красавчик. Большое спасибо за подписку. А если уже подписан, то ставь лайк и пиши крутой комментарий. А мы ищем Гелендваген. По идее, должен быть здесь гелик. Вот рейнджик есть. Вранглер есть. Ну-ка. Опа! Иди сюда. Иди сюда, родной. Слушайте, а выглядит он неплохо. Даже в стоке. На стоке валим боком, ребят. Вы, я думаю, никогда не видели в арабском дрифте гелик. Слушайте. А может Камри? А может Камри, в конце концов? Как бы гелик это круто, но Камри это Камри. А у нас есть красивая Камри какая-нибудь? Давайте посмотрим, а вдруг есть? По идее Камри, ну, по-любому здесь должна быть Камри, согласитесь? Я хочу именно 3.5, именно вот ту, которая вот... Ой, нет, это Королла, это не Камри, нет. Это не та. Нам нужна именно Камрюшка. Вот она! Иди сюда! Иди сюда, иди к папочке. Так, ну-ка. Тюнинг. Да, посмотрите на нее. Это ж Камри. Всеми любимая Камри. И нам нужно, наверное, ее в черный цвет все-таки покрасить. Я понимаю, что у арабов она может быть все-таки и белая. Белая тоже красиво смотрится. Но я думаю, что все-таки надо... А может и белую, слушайте. Не, все-таки черная Камри 3.5. Хромированная даже. Прям не то, что хромированная. Это именно хромированная будет у нас. Вот такая вот... Так, наверное, вот так. И затонированные стекла, само собой. Не, ну выглядит уже она очень, очень даже хорошо. Так, наклейки это... Ух ты! У нас наклейки на нее есть. Карбон, марбон, все дела. Флаги тут. Слушайте, ну, конечно, наклейки здесь... Ну, мягко говоря, не очень выглядят. Поэтому я предлагаю все-таки от них отказаться и покрасить ее в черный цвет просто. Без всякого. Да. Так, а что касается номера? Ну-ка, номера есть какие-нибудь еще? Еще более красивые номера присутствуют? Я понял, более красивых номеров, конечно же, не будет. Вот эти самые... О, Дубай есть, смотрите. Ну что, Дубай возьмем. Ладно, пускай будут Дубай номера. Наклейки на стекла. Это сзади мы можем. Вот это анонимус там или что вы там... Как вы там любите... Так, ну, я не понимаю, что тут по-арабски написано. Наверное, тогда не будем писать, потому что... Ну, вдруг что-нибудь тут такое написано. Вот, no smoking сделаем. Или что? Больше ничего тут нет? Ну, те, кто шарит в арабском, попробуйте что-нибудь перевести. Вот, усы сила, наверное, здесь написано, я думаю, так. Ладно, давайте анонимусы вам влепим. Я знаю, что сейчас что-то опять мода какая-то пошла на этого анонимуса. Кстати, ребят... Мода на анонимуса уходит и приходит, а вот дешевые игры, они всегда по ссылочке в описании. Залетайте, покупайте, радуйтесь. Два варианта покупки, напоминаю. Первый вариант это крутить рулетку за очень дешево. Второй вариант это купить 100% ключ за дешевле, чем в Steam. Цены всегда дешевле, чем в Steam. И плюс кэшбэк действует, ребят. Кэшбэк, очень хороший кэшбэк за любую покупку. Поэтому залетайте, смотрите. Так, а я колеса же не поменял. Я колеса-то не поменял. Мне вот эти не нравятся колеса. Вам как? Напишите мне, потому что не очень. Я бы хотел все-таки... Так, во-первых, поменяем сейчас, наверное, сами диски поменяем. Плюс цвет пускай будет вот такой. Так, а диски какие же диски мы возьмем? На камрюху-то, а? Ну, что-нибудь такое надо. Ну, что-то типа такого. Пусть будет, да? Стоковые диски, я не знаю, какие... Вот эти были похожи на стоковые, но я их пролистнул. Ой, как же тяжело здесь с выбором дисков. Они листаются, просто на любую кнопку жми, они все равно вперед листаются. Нет кнопки назад тут.
Так, сейчас будут. Во, вот эти оставляем. Вот эти оставляем. По размеру, я думаю, они нормально прям сидят. В принципе, не надо их ни больше, ни меньше. Хорошие колеса. Погнали совершать навал уже. Ну, нету сил ждать просто-напросто. Жмем фриплей, солнце, клир, конечно же, погоня и... Фух, ну что? Ну поехали. Ну что, ну поехали, ребятки, поехали, давайте. Пошла жара. Завелась наша камрюшка и сразу в бой. Ох, а чё ж с подвеской-то, ребята? Чё с подвеской делать будем? Так, фары включаем, чтобы нас видели. Аварийку тоже включили. На, прям в миллиметрах пролетел от копа! Задел, задел он меня все равно. Как бы я ни старался от него уйти, все равно ему удалось меня чуть подзадеть. Так, делаем красивый арабский дрифт. Slow motion подрубаем. И дальше летим по красоте прямо. Здесь какая-то вот музыка нужна арабская. Если бы не было авторских прав всяких вот таких вот на Ютубе, можно было бы реально какую-то прямо арабскую песню включить четкую. И под нее совершать навал. Поэтому при просмотре рекомендую врубить какую-нибудь арабскую песенку и просто кайфовать жестко. Жесточайшим образом. Так, ну-ка, ну-ка. Вот это навал! Оу! На! Бортанул его прям жепой. Нетруху врубаем. Просто попер. Так. Сзади копы, судя по всему. Сзади копы, я чувствую их. Вот это закидон! Вот это закидон пошел! Ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой, ребята, вот это пошел просто жесточайший навал. 200 км в час, летим. Надо разогнаться побольше, чтобы прям красивую закинуть. 240. Пошла жара. Мне кажется, камрюха просто вперед так не едет с такой скоростью, а у нас она боком летит. Просто вы представьте, по пустыне вот так вот, по этой трассе, по пустынной трассе летим. Ох, хорошо. Ой, все, 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 приехали, приехали, приехали. На! Ой, сейчас что, задержат меня, что ли? Нет, конечно. Как они меня задержат? Так. Слушайте, а никого не смущает, что у нас Камри, походу, заднеприводная? Это ж кто? По-моему, Стрекаловский собирал заднеприводную камрюху или что? По-моему, он. Но мне кажется, у него так не валило, нифига. Смотрите, просто... Вы смотрите, как она нагребает. У нее 100-200. Такое, ну... Ну, быстро достаточно. И дальше, дальше нагребает. 240. Все. Отсечка. 250. Пошли. Пошло, пошло дело, пошло. Но, хорош, хорош. А, прям копа ушатал жестко. Слушайте, а сзади тоже кто-то был. Видели, да? Ой, тут радио есть. Ой-ой-ой-ой, что делаю? Ай-яй-яй. Слушайте, обычно эта камера, она где-то по-другому, по-моему. Это, представьте, типа сидите такие в салоне, а друг совершает навал. Вот это вот, вот. Пошло, пошло, пошло дело, пошел беспредел. Все, все, на разворот и туда. Сейчас нетруху врубит. Нетруху подрубил, смотрите. Пшикает там что-то, пшикает, чувствую, пшикает. Сейчас 200 будет. Боком, посмотрите, на 200 просто. Вот это да. Вот это пошел разнос. Ё-моё! Тихо, тихо, тихо! Ох, убрался. На! Все, похоронен. Во, голливудский фильм. Ребята, чекайте голливудский фильм просто. Слушайте, ну красота просто вообще. Камри. Камри сила. Не, реально, Камри 3.5. Мне очень нравится. Прикольно едет.
Ну и чё? Копы не догонят нас, мне кажется. Полный газ. Копы не догонят нас. Опа! Не получилось у него. Как бы не фартануло. Слушайте, ну не труха, что-то какая-то ослепительная уже стала. Раскочегарилась что-то она. На! Его просто опрокинул. Опрокинул его! Ну все, наклейка решает, конечно, на заднем стекле. Ладно, ребята, это все чистый угар. Я не знаю, мне кажется, достаточно прикольно она едет. Учитывая, опять-таки, что это мобильная игра, в целом физика неплохая. Я хочу в следующей серии попробовать просто дрифтинг где-нибудь сделать. Здесь карта есть, вроде как доки или что-то такое, попробовать там. В общем-то, как-то так, ребят. Надеюсь, вам понравилась эта серия. Ставьте лайк, пишите комментарии, подписывайтесь на канал и все. Всем пока.